Да блин, что за фигня? Вообще не получается ничего. Да я вижу, что ни хрена не получается, фигню вам всегда задают. Ты вообще хочешь эти уроки делать? Да нет, конечно, ну заставляют же, блин. Как это вообще вот эту вот твою учительницу зовут? Да, я позвоню. Марья Ивановна. Алло, Марья Ивановна? Это знаете что, иди нафиг со своей домашней работой, это мы 3 часа сидим мучаемся, нифига не понимаем. И знаете что, мы сюда больше не учиться у вас в школе, понятно? Ну, пап! Чё, пап, ты ж не хотел делать это домашнее задание, вот не будешь делать теперь.